Друзья, вы знаете, я вообще нахожусь в таком шоке. Тут был не просто сквер, это был самый настоящий зеленый лес 2 месяца назад. А теперь, смотрите, одни пеньки. Вот пока люди праздновали Новый год, вот так нещадно, бессовестно пилили деревья. Здесь было не менее 5000 деревьев. Завтра будут рассказывать, что было всего лишь 2000 деревьев. Я прошел. Вот только на этом участке я посчитал 1000. Вот, да, это я даже пятую часть не прошел. Строительная компания «Эксклюзив», «Казахстрой», они решили здесь построить жилой комплекс. Господин Досаев, как вы можете такое допускать в нашем городе? Да, завтра скажут, что вот мы посадим по 10 деревьев за каждое спиленное. Это такой обман. Где вы посадите? Что вы рассказываете? Досаев нагло сидел и врал в кабинете Токаева, что вот за 2 недели 50 тысяч деревьев они посадили. И ваши маленькие деревцы, которые вы садите, они не приживаются, мы это знаем. Вы посмотрите, какие вы деревья уничтожили. Массивные деревья, да? Этому дереву не менее 40 лет. И вот дальше, вот все срубили. Здесь были и краснокнижные деревья. Это самый был настоящий лес. Досаев, вот знаете, вот настолько нужно не любить город, не то что не любить, настолько нужно ненавидеть, да, Алматы, чтобы сотворить такое с нашим городом.